Отделение Почты России на Камчатке изменят график работы из-за Дня защитника Отечества. В четверг, 22 февраля, почтовое отделение закроется на час раньше. В пятницу, 23 го там выходной. В субботу, 24 февраля, отделения будут работать по обычному расписанию. 23 февраля почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания.